Welcome to USA! Мы хотим исследовать непосредственно тот город, в котором мы находимся. Это город Шампейн, я напоминаю. Доброе утро, друзья! Опять сегодня наш третий день в Америке. Сегодня мы хотим посетить тоже красоты местности Шампейн и поехать по двум трейлам, по тропиночкам походить. Такие две тропиночки прямо в полосе города находятся в таких лесах. Лес-парк. Вот, так что мы поедем. Это где-то вместе с остановками, с поездками, я планирую, часа 3-4 возьмет нам. И сегодня воскресенье, поэтому сильно не будем долго кататься. У нас тут развлекательная программа у друзей. Поэтому поедем, посмотрим, что мы сможем увидеть после вчерашнего великолепного дня, в котором мы посмотрели три достопримечательности города. Сегодня продолжаем наши впечатления по Шампейну. Так что, ребята, кто будет здесь в районе, здесь действительно есть что посмотреть. Особенно для тех, кто любит природу. У кого есть детки, да, приезжайте. Все время Костя кричит, нервничает, чтобы они не упали с этой тропинки, чтобы ничего не произошло. Ну, тоже нужно учить как бы детей находиться в такой местности, как себя вести, что делать, если они видят животных. Мы вот пытаемся все это рассказать, чтобы ребенок знал. Вот. Есть самое главное, пакеты для собачьих фекалий. Вот так вот. Все продумано. Не хотите, чтобы было чисто, пользуйтесь пакетами. Вот вам и пакеты. Направляемся сегодня, вообще был план Чикаго. Да, Габи? Mm-hmm. Был план Чикаго, но мы потом чего-то переиграли, потому что все-таки в Чикаго мы уже были несколько и несколько раз, а вот в Сан-Луисе еще не были. Находится Сан-Луис в другом штате, в соседнем, в Миссури, штат Миссури. И там есть немного, но есть достопримечательности. Есть красивая арка, популярная по фильмам, по многим.
и есть, в общем, там у них и, как это, не обсерватория постоянно, а как называется? Планетариум. Планетариум, и есть там какой-то красивый кафедраль, и, в общем, какие-то музеи, и парки красивые, в общем, план такой, ехать туда. Но если вы видите по стеклу, то видно, что идет дождь. И утром мы, когда проснулись с нашим великолепным планом ехать в Сан-Луис, мы первым делом пошли посмотреть, что же за погода в Сан-Луисе. Там у них не только дождь, там у них действительно с таким порывистым ветром идет дождь. Но обещают к обеду, что это все закончится. Поэтому мы очень надеемся, что действительно все закончится к тому моменту, когда мы туда подъедем. Поэтому сначала мы идем в крытое место, что даже если он не прекратится, то чтобы мы походили сначала там по вот этому планетариуму, потом по кафедрали, в общем, по музеям сначала, а потом, дай бог, у нас получится все-таки посмотреть арку, погулять возле нее, и там даже можно как-то на канатной дороге подняться. Значит, на вот этих вот вагончиках таких, в общем, не знаю, посмотрим. Будет как будет. Просто поедем, отметимся, что мы были и здесь тоже. Так что счастливой нам дороги! Покушать. Неожиданное место для еды. Но она была прямо возле того места, где мы были. Сейчас мы идем кушать. Супик для детей, макарончики. И вот. Ням-ням. Здесь такие лифты, каждая семья заходит в отдельный лифт. Вот такие лифты, и мы сейчас на них будем подниматься вверх. 4 минуты ехать наверх. Представляете? Сели в маленький лифт. Мы будем подниматься 170 этажей наверх. Привет! Все, мы едем наверх. Мы приехали наверх. Здесь ничего не видно. Это да. Вот мы здесь наверху. Если честно, пока сюда ехали, упала не на шубку, потому что едешь в маленькой кабинке, которая вся трясется 4 минуты. So scared, но это так excited. Я просто в шоке. Я на высоте, на самом пике вообще. Я эти окошки снизу видела. I was so scared. Обошлось без подарков из магазина местного. Вот мы взяли такое. Маска платина. Вот такие два крана поднимались поочередно. Здесь эти краны. Вот так. Вот как красиво. Арка, мосты разводные и Миссисипи. Привет.
Привет, друзья! Сегодня у нас уже, я уже со счета сбилась, какой день мы в Америке. Ну, в общем, еще сегодня, завтра, послезавтра уезжаем. В общем, мы едем сегодня в город. Когда Костя мне сказал, значит, что вот такой город, я говорю, звучит как сериал. Как Спрингфилд? Спрингфилд, да. Спрингфилд. Я говорю, мне кажется, есть такой сериал. Так называется. В общем, едем в этот город. А вообще все это находится в штате Иллинойс, или как русскоязычные говорят люди, Иллинойс. А вот это тот, в котором мы и находимся сейчас. Ехать туда примерно 1.5 часа. А, и, в общем, так как штат Иллинойс, это полностью штат, который как бы ассоциируется с землей Линкольна. И в этом городе все достопримечательности посвящены Линкольну также. Есть еще много других мест, но это одно из мест. И мы поедем, там есть у них ботанический сад, мы хотим посмотреть. У них есть там, значит, исторический музей, посвященный Линкольну. Что еще есть? Его могила, то есть его склеп. Ну, представляете, еще и склеп самого Линкольна. Да, ну, это просто вообще невероятное впечатление. В общем, мы едем. Дом Линкольна. Надо потрогать его нос, поэтому специальная подставочка. Все трогают. Боже, как мои дети любят животных, я так боюсь животных. Но мне просто, видимо, как-то не привили с детства вот эту как-то любовь. Я все время их боялась. Моя мама всегда боялась животных. Вот, поэтому папа, конечно, нет, но не знаю. Но мама и дети не боятся. I hope this guy cat. He doesn't. He always follows me.